Всех жителей Хасавюртовского района с началом месяца Рамадан поздравил глава муниципального образования Хасавюртовского района Джамбул Шапиев Салав. В частности, поздравлений говорится. Уважаемые жители Хасавюртовского района, дагестанцы, сердечно поздравляю вас с наступлением священного месяца Рамадан, месяца Великого Поста, когда все наши деяния и помыслы направлены к Всевышнему для прощения и покаяния, совершения благих дел, помощи ближнему, состраданию и милосердию. Месяц Рамадан воплощает в себе нерушимые общечеловеческие нравственные ценности в отношениях между людьми, укрепляет веру, наполняет сердца добром и любовью, несет мир и благословение каждой семье. Знаю, что несмотря на все трудности, мы достойно проведем этот благословенный месяц. В дни поста постараемся быть более заботливыми и внимательными по отношению к тем, кто нас окружает. Станем добрее, терпимее, еще больше сплотимся в помощи и поддержке друг друга. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, мира в душе, благополучия, успеха во всех добрых делах. Глава муниципального образования Хасавюртовский район Джамбулат Салаов.